Сотни тысяч домов в штате Калифорния остаются без электричества. Предполагалось, что это снизит риск возникновения природных пожаров. При повреждении линии электропередачи горит трава, кустарники и деревья. Но избежать возгорания, к сожалению, не удалось. Самое малое — 20 мобильных домов были повреждены огнем. Идет эвакуация населения. В ближайшие дни Калифорнию ждет сухая и жаркая погода. Температура воздуха плюс 30, скорость ветра 30 метров в секунду.